10 февраля, и я наконец-таки иду впервые на концерт самой-самой крутой певицы Полины Гагариной. Короче, сегодня я иду одна, но я не расстраиваюсь, и я думаю, что, не знаю, в общем, сейчас все увидим. Я очень волнуюсь, короче, как всегда. Потому что очень давно хотела сходить. В общем, зайду в зал, может быть, сниму, потому что... Ну, вы знаете, мои проблемы с охранниками. Иди потом, иди еще.